Нет, я... Бейонс. Ой, я такая блондиночка, блондиночка, я все всегда забываю. Вот тут целую ночь играла Майнкрафт и забыла, где же мне следующий концерт? Или... Северная Корея. А может быть... Хорватия. Или... Вьетнам. А может это... Марокко. Ну где же мой следующий концерт? Да, поможет герои из видеоигры Майнкрафт. Ой, майнкрафтеры, я весь всю ночь играла Майнкрафт. Ну давай, Стив, помогай. Так, выбирай песню, Стив. Ха-ха, сколько у меня букв в слове? 1, 2, 3, 4, 5. Песня номер 5. Уронили мишку на пол. Мишка. Оторвали мишке лапу. Ох ты, жулики. Я его не брошу, потому что он хороший. Перестаньте мучить животных. Перестаньте мучить медведей. Да, вот именно. Мишка, хороший мишка. Мишка хороший, коричневый. Так, ну посмотрим. Есть у нас где-нибудь коричневый цвет? Нету. Буквы Вьетнам коричневые. Первый балл получает Вьетнам. Ой, ну это хорошо, это здорово. Хоть одна страна да получает балл. Ю-ху-ху. Так, Блейз. Выбирай песню, Блейз. Да. Сколько букв в моем слове? 1, 2, 3, 4, 5. Опять. Песня номер 5. Я на солнышке вижу, я на солнышке вижу. Ой, как бы я сейчас позагорала. Так, где тут можно, можно сидеть на солнышке, загорать? Одни звезды. Выбирай, где ты хочешь позагорать? Хорватия. Хорватия, первый балл. Мозги, мозги. Выбирай транспорт, зомби. У меня нет мозгов, можешь не лезть ко мне. Ну и куда я могу на поезде уехать? В Корею. В Северная Корея. Первый бал. Так, Крипер, пойди в Европу. Да. Только не прикасайся ко мне. Я не хочу взрываться. Испания. Голландия. Франц. Великобритания. Нету, тут только Хорватия. Только Хорватия. Получаю второй балл. Ну, хоть одну же нашли страну европейскую. Выучал с буквы конь. Чего? Конская азбука. Ну давай попробуем. Вообще-то я конь. Самолет. О, на самолете в Северную Корею. Круто, второй балл. Вертолет. На вертолете в Вьетнам. Это не так круто, как на самолете, но можно лететь в Вьетнам, второй балл. Муравейник. О, не, только не в лес. Нечего мне там в лесу делать. Майнкрафт и есть леса. А это что? Привет, овощи. Давай играть. Обожаю овощи. Куда же ты? Овощи поесть. Вот вам азбука. Вот азбука Ваучара.
волк! Лес, след. След. Еда. Холодильник. Бион, что у тебя в холодильнике вкусненького? Ничего нету вкусненького в моем холодильнике. Ну, тогда я лучше пойду в лес. До встречи. Пока-пока. Капитан, капитан, смотрите. Там паук. Паук, паук. Бойтесь меня, я паук. Всех пауков за борт. Всех пауков за борт. И куда же вы сейчас помчитесь? Мы быстро помчимся в Хорватию. Хорватия, третий балл. Ну, а ты паук... паук! Я тоже боюсь пауков. Почему все меня боятся? Я же неплохой. Shut up, Булка, Эндер Драген. О, ну давай попробуем. Хомяк. Опять хомяк. Вообще-то я дракон, а не хомяк. Сундук со всеми моими драгоценностями. Северная Корея, четвертый балл. Волк. Волк в лес убежал. Мамонтенок. Какие еще мамонты? Они давно вымерли уже. Ладно, я полетел дальше. А лошадка, кошкин дом горит! Ю! А ну, мой конь, побежали спасать курочку! Тут мой родственник есть. Ой, петух есть? Есть. Кто еще там есть? Птицы. Птицы есть. Лягушки. Лягушки. Это на болото похоже. В Майнкрафте есть болото и реки. И реки есть, да? Ну и где же тут у нас реки? Наверное. Даже не знаю. В Хорватии есть реки. Хорватия, четвертый балл. Хорватия. А это? Моя ферма. Там живет моя мама и папа, и мои сестры, и братья, теплята маленькие есть там, вот, теплята. Ну, и где же твоя ферма находится? Марокко! Марокко первый балл получает. Ну, пока я полетел к своим родственникам. О, ну? Вот, слушай песенки. Сколько букв в моем слове? Три. Песня номер три. К сожалению, тут нет островов. Тогда я тоже пойду к своим родственникам. Да, мама, я иду. Так, наверное, я тут самый умный из вас. Я всегда говорил, нужно спрашивать тургида. Корея. Тургид говорит, но Северная Корея, четвертый балл. Ну я же говорил. И еще тебе надо... Ножницы. Правильно, починить свой кабриолет. Да, я сейчас починю твой кабриолет. И куда я смогу на кабриолете
уехать в Северную Корею. 5-й балл, Северная Корея. Ну вот, я же говорил, я тут самый умный. Вот, вот опять песенки плейс. Сколько букв у меня было? 5. Сколько у меня ног? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 ног. Значит, песня номер 8. А, нет, на улице день, спать можно только ночью. Еще Новый год. Еще Новый год надо встретить. Неправильная песня. А, мозги. Значит, река у нас был... Хорватии. Хорватии. Так, Дунай, по-моему, ее называли реку. Так, Хорватия, 4-й балл. Вот азбука Крипер. Что? Латышская азбука. Латышская азбука? Ну, да, попробуем. Зодарс. Зелуанис. Слоны. Где тут слоны? В зоопарке? Какой еще зоопарк? Концерт у меня скоро. В варве варовиксне. Цик красу турец варовиксне. Красочная радуга. Причем тут радуга? Мама, Марите, Магоне, Мазулес. Кас мама и матос? Какая еще мама? Причем тут моя мама? Некогда мне в спортзал идти, гантели там поднимать. Коник мой, коник. Вот азбука Стив. Да? Давай, коник. Иго-го. Иго-го. Азбуку изучим. Хомяк. Опять хомяк. Все время хомяк. Хомяк, медведь. Опять на зоопарк похоже. Вертолет. О, вертолет Вьетнам. 3-й балл Вьетнам. Слон. Ну хорошо, что хоть вертолет вы нашли. Вот опять азбука Волк. Ух ты, куда я тут прибыл? Маша и медведь. Они хотят с тобой вместе азбуку учить. Давай, вы волк. Есть! О, это классная азбука! Вау, мне нравится! Вьетнам 4-й балл. Маша, поиграй со мною, поиграй со мною. А, нет, не хочу с волком играть. Ну вот, я же хороший. Холодильник. А что у тебя в холодильнике, Маша? Еда. Каша? Да, каша. Фу, я не ем кашу. Самовар. Чай? Чай я тоже не пью, я молочко люблю больше. Ну и ладно, тогда мы с Мишей попьем чай. Куда же ты? Принцесса! Волк. И это убежало от меня. Куда же? Куда же она убежала? Вьетнаме. Вьетнам. Где у нас Вьетнам? 5-й балл Вьетнам. А, волк, давай быстрее. Где же мой главный спаситель, главный эксперт? Вупи Голдберг. О, крутая у меня экспертша, знаменитая актриса. Я Вупи Голдберг. Вупи Голдберг. Где же мой концерт? Ты должна знать. Концерт, говоришь, сестричка? Это будет в Вьетнаме. Yeah.
почему меня не было в раскрасках? Никакого Вьетнама! Пока меня не раскрасите! Следующий год, год свиньи! Ясно? Самого главного не было! Меня! Ой, ой. Ладно, быстрее, быстрее. Бейонсе отправляется на концерт. Вьетнам, Ханой. Покупайте билеты в кассах. Ух.